После нескольких игр вы получите монеты, на которые можно купить себе новых футболистов или предметы. В магазине есть 4 типа различных паков – бронзовые, серебряные, золотые и платиновые. Цены соответственные, поэтому на начальном этапе игры лучше всего приобрести сперва бронзовый набор. После покупки можно все оставить у себя в клубе, а можно применить незамедлительно. Не стоит сразу покупать серебряные паки. Стоят они дорого, а вот самого ценного, а именно игроков в них, мало. И чтобы не остаться без контрактов и денег, развивать клуб придется небольшими шагами. Все, что у вас накоплено на данный момент, хранится в клубе. Там же вы можете увидеть, что именно можно приобрести в Ultimate Team. От стратегически важных тренеров, врачей до просто приятных вещей, таких как форма, эмблема или даже целый стадион. Во время редактирования состава в активном меню у вас может быть лишь 23 игрока. Чтобы забрать футболиста на поле, надо просто выбрать ненужного и совершить обмен с клубом. Если у вас большое количество игроков, вам поможет поиск, который сделает расстановку игроков более простой и эффективной. При покупке набора предметы выдаются случайным образом, поэтому если вы четко представляете, что требуется вашему клубу, можете пойти на аукцион, где такие же игроки, как и вы, выставляют своих футболистов и предметы на продажу. Здесь вы можете купить нужного вам игрока или предмет, который необходим вашему клубу на данный момент. Хотя совершать такие покупки не всегда выгодно, так что для начала следует обогатить свой клуб игроками, чтобы в случае потери всех контрактов и денег у вас остались игроки для выхода на поле. После чего можно либо начать покупать наборы из другой категории, либо выбирать игроков с аукциона. Также все виды предметов будут всегда полезны, если не на данный момент, то в будущем наверняка. В Ultimate Team огромный выбор различных предметов для улучшения вашей команды, лечения травм и многого другого. Так что, имея запасную аптечку на случай травмы, вы всегда будете на шаг впереди других игроков.